Я все время говорю, никогда не возвращайтесь на первую ступень. Вот вы начали заниматься каким-то делом, да, но вы получили какие-то компетенции. Ищите дальше возможность на следующем уровне найти вторую ступень. Они, ну что-то так не пошло вообще, там дальше эти ступени. Как будто бы вы пойдете на следующую первую ступень, и там вас ждет одна ступень. Вас все равно всегда ждут. И это ступени социальных конкуренций. Да? Потому что что такое вообще ступени успеха или каких-то достижений и так далее? Вы все время находитесь в конкуренции социальной. И вы или выигрываете в рамках этой социальной конкуренции, переходите на следующую ступень, или вы говорите, ой, что-то не сдалось, как будто там другие обезьяны сидят. Ну, если вы бросите это дело, пойдете другим делом заниматься, и там вас встретят какие-то счастливые обезьяны, которые говорят, а можно мы тебя туда наверх закинем, на своих плечах занесем?